Чалечка наша лежит миленькая. Миленькая лежит. Сейчас хоть меньше дрожать стала, зайка. Да ты, конечно, бодр, свеж и полон сил, миленький. На всякий случай ей ставлю всяко-разно. То есть, ну а вдруг как побежит, как поест, а? И вот мы приехали из клиники. То есть нам все сказали, а так как башка уже вообще абсолютно не варит. Все вот записываю. Вот у нас, грубо говоря, график. Приехали сразу же 5 миллилитров бульона, в 11 1 миллилитр глюкозы, 11.30 пюре. И все вот это вот в миллилитрах указывается. Больше она просто не принимает, она срыгивает сразу же. 12 бульон, 12.10 глюкозы. Ну вот тут вот видите, как бы нужно каждый час, то есть это у меня получилось 12.10. 12.40 у нас 3 миллилитра воды, 3 миллилитра пюрешки, 13.15 глюкоза, вода. Вот 13.30 я пришла, насрыгнула пюрешкой, ну, внешний вид. Бульончик вот 13.45. И вот так вот, потому что без записи я просто сейчас вот не соображаю. У меня уже мозги, просто мозга за мозгу заходит. И только вот с листочком, то есть, ну, как раз до вечернего приема все запишу. И чтобы потом врачу показать. И пока вот еще утро, еще не писюнило, не кокулило, то есть ничего. Видите, ты товарищ бодр, сильный, смелый, бодрый, красивый, да? Скажи, я хочу играть и целоваться, да, миленький? А эта маленькая, ее берешь на руки, она ж невесомая, как пушиночка, прям пушинка. Будем стараться держать вас по мере сил. По мере сил в курсе дел. Да? Скажи, я бы за тебя все рассказывал. Я ж тут все вижу. Все вижу, все знаю. Ну скажи, у меня вот голоса пока такого человеческого нет. Сердце есть, душа есть, а голоса нет, чтобы рассказать все, да? Этому играть охота, веселиться со всеми. Да, да, миленький. Вот такие вот у нас дела. Пока никакой положительной динамики нет. У меня, мне кажется, уже слезные железы атрофируются. То есть, потому что я уже просто, у меня тоже нет сил просто никаких человеческих. Да, миленькая, давай выздоравливать вместе. А? Будешь играть, бегать. Ты вспомни, как тебе нравилось. Вспомни. И организм сам бороться начнет, чтобы снова веселиться, миленько. На всем спасибо, наши дорогие, за ваше внимание, за вашу заботу, за вашу искренность, за вашу доброту, за все большое спасибо. И всем желаем самое главное крепкого здоровья, да? Вот такого вот здоровья, вот, как сейчас у данного парня. Но мы еще продолжаем курс лечения, да, то есть, ну, пьем антибиотики, но в целом-то все прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, мы всех целуем, обнимаем и до новых-новых встреч. И надеюсь, с чем-то положительным. Открытай бумажку. Их ты, маленький кукелик.